Советую взять какую-нибудь херню, а не персонажа. Потому что мы будем сейчас фреш делать. Ну, кстати, слушай, это парень неплох. Имба. Надо будет за него как-нибудь поиграть. Да, это варклян. Можем закупиться на 7. Ну вот, я за него поиграю как-нибудь. Так, 3, что еще могу? Подождите. 3, 5, 7. Значит, мне еще на 4 можно выбрать. Вот такие, блин, положительные бонусы и херовые на самом деле. А вот оруженосец, насколько он сильный, пожилой, а варклян? Так мы ж нарандомим сейчас героев. Может, вообще трэш какой-то будет. Раз он 4, блин, стоит, он должен быть крутой, наверное, нет? То у меня сомнения большие насчет этого. Более-менее, блин. Более-менее. Ну ладно, давайте почекаем, раз уж сегодня трэш. Давайте почекаем трэш. Все, я готов. Жмякайте. Саб, жмякай. Сейчас нарандомим героев после этой. После первого босса. Так, это что? Ослабление. Этот гер мне нравится, надо будет за него точно сыграть. Он еще на удачу завязан. Ну да, он склеивается, конечно. Так, что у нас тут получается? Есть хоть танк? В принципе, хил есть, танк есть. Так. Ну да, тут подарочки. Да-да-да. А вы думали? Опа. Пацаны. Металлый камень выпал. Не знаю, пока не вижу смысла остальное качать.
Да, конечно, вот работаю на заводе каждый день. Это что это? 8-8, атаки 200 хп? Не, ну, блять, оруженосцы, это, конечно, рофил какой-то. Какая-то штука. Ага. Ага, я понял. На меня будут тагриться. Привет, Хаус. По крайней мере, я вижу смысл пока качать максимум пушку, остальное не... Опа, еще одна руна. Пацаны, может у кого-нибудь есть третья руна уже, а? Чё-то меня прёт пока. Ну не, никого нет пока. Ну поехали дальше. Так. Да похуй, потом паролите, если что, потом не думаю, что там кого-то что-то. Ну вот у меня две руны пожилые. Меня все устраивает. Герои один раз меняются. Вот, после второго босса один раз поменялись и все. Ну ты думал, блин. Летушно, за завары дальше. Да не, если бы каждую волну это было бы жесть. Типа ты там собираешь предметы на хила, потом у тебя танк, потом ты собираешь предметы на танк и т.д. т.п. Предфунда. Знаете, на похуй бьют босса. Просто никто не дамажит ничего. Если у кого-нибудь будут какие-нибудь там мано-ягоды, мне они очень нужны, судя по всему. Потому что инты мне катастрофически не хватает просто. Вот это? Ну ладно, давайте посмотрим. Опа, кровь. Нет, спасибо. Это, конечно, неплохо, но у кого бесполезная первая билка, пацаны? О, камень. Это не руны. Пацаны, у кого бесполезная первая билка? Я спросил, у кого бесполезная первая обилка, пожалуй, мне эту штуку нужно поменять. У меня обилка, пушка просто необходима мне. Кто готов поменяться? Ты это ли? Кстати, для Рексара хорошая штука. Ну дай мне что-нибудь полезное, максимально полезное, что у тебя. Ну давай маховик, что ли. Это почти мне не нужен, наверное.
У нас же обмены бесплатные, не забывайте. Ну я понял, что по-злому надо. Ну, думаю, пока вот так сделаем. Да, и надо вкладываться в уровни уже будет. Так, надо пойти на Пуджа. Во, отлично. А вот это будет тяжело, потому что с каждого говна будет по скелету вылезать. Прям рили жестко. А за скелетов дают голду? Нет, за скелетов голду не дают. Трэш, конечно. Ага, ну эта штука, я понял, надо включать, выключать. Даже не знаю, она положительная или нет. Мне кажется, нет. Пока что, по крайней мере. Горелка, кстати, очень хорошая. Очень хорошо работала горелка. Мы нафармили нормально. 250. С такими-то кучами скелетов нормально. У танка нет агро. Привет, Казгас. То есть, блин, зачем мне маховик, когда у меня такие хдшки маленькие? Да, эту штуку выгодно максить. То есть вот эти две замаксить надо будет. Так, я сам не нажал, да? Тут все равно два крабоса тоже не нажали. Вот это, кстати, хорошая штука для Рексарыча, прям очень хорошая. Я думаю, она и для тролля была бы неплохой. Ну, сирен, посмотрим. Неубиваемых. Неубиваемых героев не бывает. В смысле без кида? Лол? Серьезно? Ну это имба. Привет, Сергей. Едрить. Блин, как же мне не нравится это затемнение просто. А какой карабос рухнул на увеличение силы всех юнитов взял, а? Ну, рили. Какой нубастин. У нас, в принципе, сетап сильный, мне кажется, мы пройдем без проблем даже с таким говном все это. Достаточно изи. Что-то ешь на одного. Короху какую-то. О, это отличная штука. Это мне нравится. 200 урона. Блин, а мне не хватит, что ли? А-а-а, блин, почему нельзя зелье продать, а? Ну-ка, давайте, может, кубики. Кубики решат. Кубики. О, кубики решили. Имба. У тебя вон череп. Вот и нежить пожилая. О, кольцо имба. Ну, я не знаю, тебе, наверное, Зирика надо разобрать, потому что он тебе
Арты дает и дает. Ну или выпей хилку там, хз, короче. Думай сам. Мне нужно будет точно еще одна руна, еще два кольца, вот что я знаю. Типа у меня герой такой будет, обилка ебашить все живое. Вот этой. Хотя у него вся фишка в этой все-таки. Ну да ладно. Да, а какое у тебя, кстати, кольцо? А, это? Ну это потом, держи. Главное, не, это не уничтожай его. Вон, еще у панды есть кольцо. Потому что панде-то это кольцо вообще нахер не сдалось. В этом я уверен. Поменяемся, короче. Когда я найду какой-нибудь еще арт один. Блин, тотема нельзя с пылами закидывать. Это плохо, конечно. Не, почему такого нет. Ну я так скажу, оруженосцы 4 так сказать, очков этой вот кармы там или чего не стоят совсем. Совсем не стоят. 14 урона. Хотя 14 урона. Но все равно, мне кажется, не стоит. О, колокольчик для пожилого Риксара нашел. Ой-ой-ой, книга жертв мне нужна. Но я тогда не смогу собрать кольцо. Ну это имба на Саука точно. Короче, смотрите, я отдаю Риксару. Чего? Что у него есть? У меня еще хорошего нет. Ну ладно, давай рок мне, допустим. Рок, а рок я ханту отдам. Так, значит, рок я отдаю пожилому сирену. Так, а сирен мне дает или кольцо, или книгу. Лучше сначала книгу все-таки. Да я вижу, вижу. Херня все. Да я вижу, блядь, это все. Вижу, вижу. Очень интересно, конечно. А, рольнуть предмет за 200 голды у послушника. Вот, послушник стоит. Так, пожилой сирен, дай мне книгу. Книгу дай мне. Босс. Ну, ну что вы тупите, а? Вообще, давай сразу кольцо. Привет, Бальгир. Так, и кольцо мне сразу давай. Так, значит, что мне важнее, руны собрать, ну? Типа, скорость атаки мне вообще насрать, но то, что оно агрессию снижает, это вообще прекрасно. Типа, руны, дебафы от рун меня не волнуют, мне главное третье кольцо взять. Так. Да это все забейте, это
все-таки предметы. Так, короче, я у панды на следующем боссе возьму. Ну-ка, может, кости повезет. О, повезло. Вот это имбаф. Я знаю, что кольцо важнее. Типа, руны мне не особо вообще мешают, дебафы от рун моему персонажу, абсолютно. Сирен, я не знаю, разбирайся сам, я же не... за твоего перса вроде один раз играл, он пожилой. Может, его поменяли уже. Так, все, я готов. Надо будет хилку, если что, выпить. Вообще, хилку надо пить на первом пудже. Потому что на боссах она редко пригождается. Пожилые, тыкайте там уже, тыкайте. Потом наролите. Ну, кольцо очень много дебафов дает, видишь? Ты наролил херни больше. Я говорю, роллы, они такие пожилые очень. Приносят больше боли, чем пользы. Хантреска. Ну тут, кстати, у нас могут по хилу проблему возникнуть. Слушай, ну по идее да, по идее более-менее мана ресается неплохо, если я качну на максимум, будет вообще шикарно. Вот, только я думаю, интую стоит качать вообще, не, мне кажется, мне должно хватить маны на все, если я до макса прокачаю. Надо будет СПД тоже прокачать. Потому что соус без СПД это смешно. О, бесполезный тотем. Давайте мне кольцо, и я буду ебашить. Опять не хватает буквально совсем капельки. Ну-ка, может мне третий раз повезет? Конечно, маловероятно. Нет, повезло, но это имба просто. Генератор тьмы, это хорошая штука, но я правда не знаю, что мне брать. Типа у меня руны, ну типа у тебя сила атаки какая, пожилой. У тебя сила атаки, ну в принципе. Почему у меня, кстати, такая большая сила атаки? Так, ну ладно, короче. Я меняю вот эту штуку, мне панда должна кольцо отдать. Во, я буду ебашить просто, если мне панда кольцо отдаст. Генератор тьмы, конечно, хорошая штука, если СПД прокачать. Так, что-то не тыкнул. 200 урона, а с этой штукой 400 урона. Блин, 400 урона... 4 секунды КД, бля, это имба просто, это имба. О, я могу руну отдать, потому что... Хотя силу атаки... Скорость атаки... Кто там мне что предлагал? Генератор тьмой. Чувак 7. Ну слушай, Эриксар, я тебе, наверное, вот эту руну отдам. Мне кажется, у тебя атаки не шуб, много шубы. Давай. Вот так вот. Вообще руны мне не особо типа важны уже. Ну я типа вампириться буду жестко. Типа эти штуки вообще не будет урона наносить. 10 урона, что... Здесь все равно тарофл просто. Так, это был шестой босс? Да, надо в пуджа идти, пацаны. Вы все там поменяли, что хотели? Просто, не знаю, у остальных всякая дичь. Кстати, лампа была бы хорошая, если бы она мне сначала выпала. Ариксару надо хпшек качать побольше, конечно. Блять, карабос взял, поменял руну, а? Ну руина, руина. Руна-то хорошая была, минус 25% боссу. Сирак. Блин, ну это бы можно было взять перед аренкой, да, вот этой, но уже нет смысла, мне кажется. Потому что у босса обычно мало спамят вообще. Thank you.
И надо будет больших скелетов починить, кстати. У меня же кольцо есть, надо не забыть об этом. Только хильте меня получше, блин, пожилые. Я понимаю, что у нас хил панда, да, и по хильте получше. Такое себе, но... Я же сам хилюсь. Просто нужно не получать слишком много урона. Чё, пацаны, опять бесконечную арену будем ебашить, а? 5 минут? Нет, панда умирает. Панда умирает, панда, хилься. Панда хилься. Я не... А, панда умерла. Все. ГГВП. Панда умер. Без хила мы тут далеко не уедем. Вообще. Понятно, что он не может хилить. Прям. Так как надо. Длительность слишком маленькая. 3% это очень мало. Я лучше вот это возьму. Чё, шаман? О, шаман, здорово. Давно тебя не видел. Дарклен уже пошёл. Пацаны, сори, я это немножко чат не читаю, особенно на аренда была очень такая. Привет, Николай. Фокус одну гидру, пацаны. Гидрить я разваливаю просто. Я имба, пацаны. Что делать, если я имба? Блин, почему я в это сделал? Скелетик. Ну босс. Ну босс. Я не знаю, Сирен. Я же говорю, я такие пожилые предметы обычно дропаю. Кстати, эти скелетики. А, эти скелетики являются сумонами. Ну это, конечно, слабый буст, да, но все равно. Типа, ну скелетики они такие бесполезные. Так, ну у меня типа фул сборка, я не знаю, что мне. Руна хорошая вполне, типа снижение агрессии. Ну, нужна ли мне снижение агрессии, а? Как думаете? У меня вроде вампирка есть. Давайте паролим все-таки. Попробуем собрать что-нибудь. А эта штука еще от СПД работает. Блин. Жаль, генератор тьмы к крови не относится. Раз уж он коцает тебя, было бы. Был бы сапух саух с вампириком. Будет сделано. Да. Так пока сделаем. Там у пожилых собралось, интересно. О, клык вампира. Ну, кстати, на панду это неплохо. У нее больше всех атаки-то. Блин, вот листик Риксару бы отдал, пожилой тролль. Не знаю, правда, что взамен. Доспехи ему не особо нужны, на самом деле. Череп типа юзать надо, если он хочет. Ну короче, ладно, давайте. Я готов. В любом случае.
Надо не забывать взять эту штуку. Пацаны. Где там... Кстати, посмотрим. Да, с пулманом. А зачем мы тут же так рано пошли? Там же только восьмой босс был. Ну, про босса. Обычно же после девятого свет. Ладно, фиг с вами. Ну да, я жестко вам перевесил со сполов. Хильте этого Нубаси. Мой? На, это все еще. А, бля, меня чем-то заживало, что? Я только на секунду отвлекся, меня ваншотнуло сразу же, нахуй. Не, ну, конечно, панда не может быть нормальным хилом основным. Да вообще 50% жестко. Ох, уже эти хейтеры пришли. Здорово. Чем могу помочь? Что грозит этим землям? Ну что за крабосина ХК, а? Ну сап крабосина. Точила уже бесполезная будет к такому времени. Ну, кстати, если Риксара даст панде свою кровь вампира, я могу отдать ему свой кровавый камень, он будет вампириться еще больше. Да, 10 боссов, мы уже на 9. Нет, на 8, блин. Ну какой крабосс после 7 босса идет к Куджа? Ну рили. Даже не на это, не после 8, после 7. Какой дурик нажал вообще? Такие конченые просто. Я говорю, панде надо кровь собрать, пожилые. У нас все есть для этого. Она вампирится будет жестко, не умирать хотя бы сама и хилить нас. Я его просто разуплотнил. Да, далее The War. Пожилой. Так, значит. Панда, давай. Не знаю, что у тебя полезное для меня есть. Для меня... Зачем он продал просто итем? Короче, что угодно, давай мне. Я тебе дам. Так.
контрабосе. Все, и у Риксара вон бери. Кровь вампира. Я пойду это послапаю на что-нибудь полезное. О, руна. Кому там, кто, у кого руны много? Рун, видимо, ни у кого немного, все просрали руны. Ну ладно, я понял. Я вас понял. Что грозит этим землям? Будет сделано. Ну, да пусть будет. Не так плохо, на самом деле. Не меняй, у тебя ж три сета крови. Ты, карабос, не отдавай ему. Мы зачем тебе отдали, чтобы ты вампирился с руки, карабос? Не совершай обмен. У панда вообще сап чунубас. Он тебе что? А, кровь. Это кровь разве? А, ну да, кровь. Я смотрю, я нубас тоже. Кровь на кровь пожелаю. Нет, это девятый, потому что вы нубасы, уже рано пошли. Давайте, давайте, резче. Не обязательно заходить в портал, чтобы тыкать кружок. Девятый босс, оруженосец, 620 по 20 урон. Ну, кстати, не слишком плохо. Очень больно босс. Панда хилится невероятно много, посмотрите на это. Это просто дабл вампирик. Дабл вампирик, еще у нее с руки уроны жесткие. Не-не-не-не, не надо бить. Давайте, не знаю, почекаем просто, что тут есть. Землям. Бесполезная штука. Опа. Ну это херня. Давайте еще разок. О. Ну хоть что-то. Он тебе не нужен. У тебя фул. Он нужен, если у тебя пустой инвентарь. Так он нахер не нужен. Привет, так. Привет, Крэзвизор. Всем здорово. Давайте уже не тупите. Тролль, конечно, всякой херни насобирал. Пожилой слишком. Осторожно.
открыты-то, я не знаю, все бегают в телепорт, как карабосы. Это, не знаю, это сложно объяснить, но, не знаю, короче, делает действие правильным, что ли, хз. Понять, что можно смело и отсюда. Мне просто лень вот переводить камеру, короче говоря. Ну, чё вы там сидите, ждёте, блин, мнёте, рабосы. Если чё, один портал, я могу одного демона захватить, у меня кольцо есть. Не забывайте это, один портал можете оставить. Мне кажется, мы его сейчас перейдём на фазу без порталов, у меня столько урона до хера просто. Скелет бесполезный. Ну нет, к сожалению, порталы открылись. Один портал оставляем. Оставили два в итоге карабоса, ну ладно. Хрен ли вы все сюда попёрлись? Нубы. Нубы, нубаси. Так, вы там все справились? Как же они рубят эти порталы, еле-еле, капец. Жаль, у меня нету никакого ауе. Рели жаль. Панда... О, панда хилится с прыжков, нормально. Босса, босса, танкуйте, карабосса. Панду, панду хил. Господи, что они творят? Изверги. Порталы вообще никто не бьет. Full damage в босса, да похуй, просто я его ваншот. Это слишком просто было. Какие там челленджи? Не, ну мы, конечно, простые челленджи выбрали, но... Типа на рандоме изейши, просто изейши. Герой, да, хороший герой. В отличие от хилов, все такие... Там маги или что-то такое, они более-менее полезные в этой карте. Да, потому что это был последний босс.